Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Хочу показать вам обзор танка Т-80У в 48-м масштабе, выпускает китайская фирма с нечитаемым названием. Такая вот коробочка при пересылке немного пострадала, помялась. С обратной стороны модели, какие еще выпускает эта фирма в 48-м масштабе. Боковая загрузка. И вот такие вот литнички. Половина деталей при пересылке уже поотлетала с литников. Деталей немного, литников тоже. Кто смотрел обзор по Т-90 от этой фирмы, то там было 3 литника, здесь 2. Рассмотрим поподробней. Верхняя часть корпуса танка дана одной деталью. Как видите, все примитивно и убого. Для детей, может быть, и пойдет этот набор, для начинающих моделистов. А кто уже собирает модели и собрал хотя бы их несколько, то этот набор не будет представлять какого-то интереса. Башня сразу дана с элементами активной брони. Хорошо, хоть ствол дан одной деталью. На литниках присутствуют и небольшие утяжины. И местами встречается облой. Модели, наверное, очень старые. Год выпуска я не нашел на коробке. Деталь отлетела. Видно, как ее вырвало с литника. Пародия на катки или подобие. Внутри следы от толкателей, труднодоступные места. При всем желании их будет очень тяжело оттуда убрать. Модель может быть только предназначена для того, чтобы ее быстренько собрать, покрасить и, может быть, отработать какие-нибудь техники, технику окраски. Если жалко пробовать грязнить хорошие модели, то вот эти модели подойдут для экспериментов. Не жалко будет выкинуть ведро, если что-то не получится. Как видите, какой дан превосходный пулемет одной деталью. Наверное, самое, что здесь ценное в этом наборе, это клей, электродвигатель, контакты для элементов питания. Это все, что здесь ценное. Резиновые траки. Точнее, полная пародия на них. И вот такой вот листок, который называется инструкцией.
Похоже, модели очень старые. Жалко, нету года выпуска, чтобы примерно посмотреть, в каком году выпускались эти модели. Как видите, ничего интересного здесь нету в этом наборе. Вот такая вот, что-то похожее на декаль. Надеюсь, обзор будет полезен для кого-то, чтобы вы не выкидывали лишние деньги напрасно и не покупали себе, грубо говоря, головную боль и коробку с кусками пластика. Ну, спасибо, друзья, что смотрите, спасибо, что подписываетесь на мой канал. Всех благ вам, вашим близким. До новых встреч, друзья!